Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз по росту мировой экономики на этот и будущие годы. В 2016-м, считают эксперты, мировой ВВП вырастет на 2,9%, в 2017-м – на 3,2%. Особое беспокойство организация вызывает Великобритания. Как заявила ведущий экономист Кэтрин Манн, после Брексита экономический рост страны замедлится, так как потребление и инвестиции фактически заморожены. Впрочем, Брексит – лишь одна из причин глобальной турбулентности. Главная проблема, считает организация, в том, что мировая экономика все глубже увязает в ловушке низкого роста, а нулевые ставки по кредитам в некоторых странах только усугубляют положение.